Книга с написанным текстом, где рассказывается о древнем народе, о сотворении мира, история об Иисусе, о Его деяниях. Но это слово продолжает жить, иметь силу, иметь влияние на нашу жизнь. И куда была сброшена треть ангелов, и которые сегодня тут бесчинствуют духами, уводя людей. И они враждуют с Богом. Но Бог оставил нам нечто. Иисус, когда ходил по земле, Он сказал, что имея много вам что сказать, но вы не можете вместить. Я без твоей любви, лишь без твоей любви. Сегодня, дорогие, день выборов. Помните это? И наша задача, во-первых, помолиться. И во-вторых, я поощряю всегда свой гражданский долг отдать нашей Родине. А там ваше дело, за кого вы голосуете. Но мы не должны быть перед этим миром каким-то амебами, которые никуда не ходят, ни за что не голосуют, но при этом Путин виноват. Дорогие, кто хочет помолиться? Роза ближе, пожалуйста, помолиться. Мы сегодня за никуда не пойдем. Твоею силой обладаю, мой нежно любящий Христос. Тебе решать я доверяю любой мой жизненный вопрос.